Светодинамический фонтан на площади Пушкина готовят к открытию сезона. Чашу приводят в порядок. Из года в год ее чистит одна и та же команда. Только на первый взгляд может показаться, что мыть кафель просто. На самом деле к нему очень хорошо прилипает грязь, которую не так-то легко отмыть. Монетки, некогда брошенные на счастье, оставляют ржавые следы. Мусор весь, абсолютно весь кидает в фонтан, жвачку плюет. То есть, ладно, купаются, это ничего, но когда все, что... Можно в фонтане найти все, что угодно. Ключи, телефоны, то есть, топят, сама отопила телефон в этом фонтане, выпал. Ну, что еще? Ключи. Ну, все, что, когда купаются, выпадает из карманов. Чтобы отмыть въевшуюся грязь, применяется специальное двухфазное щелочное средство. Затем при помощи кислоты будут удалять известковый налет. В эти выходные чашу наполнят водой, чтобы проверить, как фонтан перезимовал. Был проведен технический ремонт, техническая замена двух фильтрующих установок. Перезимовал, как подснежник, под снегом. Обычно форсунки все были закрыты. В понедельник в Иваново приедут московские специалисты, которые проведут пусконаладочные работы, проверят готовность системы управления фонтаном. После этих процедур будет определена дата официального запуска. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.